Эскиз будущего сквера. Новый зеленый уголок пока существует только на бумаге, но меньше чем через месяц он обретет реальные черты. Рекультивация участка в центре города уже началась. 200 ветхих деревьев и кустарников заменят 500 с лишним новых. Среди них можжевельник, пирамидальные тополя, черемуха и разные крупномеры. От летнего зноя и высыхания насаждение защитит автополив. Такую систему в зеленых зонах нашего города применяют впервые. Мы снимаем старый асфальт, будет уложена плитка. То есть крупная плитка, она будет смотреться по-другому, будет очень все современно. В общем, мы считаем, что это будет одно из достопримечательностей, условно говоря, нашего города. Работы по благоустройству сквера планируют контролировать в ежедневном режиме. А после сдачи объекта обещают своевременно проводить обрезку, пересадку и замену насаждений. Если вдруг мы видим, что кустарник или дерево погибает, безусловно, будем говорить об этом подрядчику, и будет произведена необходимая замена. То есть на постоянном режиме будет проводиться этот контроль. В обновленном виде сквер предстанет до Дня города, который пройдет в Барнауле 3 сентября. К этому времени здесь появятся урны, лавочки и другие архитектурные формы. Здесь же установят памятник строителям. 4-метровую стелу откроют уже на этой неделе, в канун праздника Дня строителей, который отмечают во второе воскресенье августа. Елена Макаренко, «День с толком».